Дорогие мои крымчане, керчане, работники крымского заповедника Керченского, я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу, чтобы у вас в семьях была радость и свет. Я хочу, чтобы все в вашей жизни складывалось удачно. Сейчас очень важно, чтобы вы были все здоровы. И я хочу вам подарить вот эту вот коробку здоровья. Я думаю, что здесь на всех хватит, так если по чуть-чуть каждому отдать. И, конечно, мое сердце, оно навсегда с вами, потому что я так полюбил Крым, я так полюбил Керчь, я полюбил всех сотрудников замечательного музея. Я желаю вам всем удачи в новом году. Я хочу, чтобы все ваши желания сбылись. И до новых встреч, я надеюсь, летом на Боспорских Агонах. Ваш Юрий Васильев.